Ребята, я знаю, у вас всего 13 человек подписанных на меня, но вы все для меня как родные. Особенно недавно подписавшиеся Ноготки Астана, доставка бижутерии, уборка квартир. Уборка, кстати, не так пишется. И мои родные Мара, Жека, Айнур, Фара, Адусхан. Я с вами лично не знаком, но уверен, вы отличные ребята. Так вот, знаете, если со мной что-то случится, знаете, что это все эти тупые, мерзкие коллекторы, блядь, не дипломатичные, а агрессивные. Блядь, тебя не заметили, блядь, не заметили. Итак, ребята, лайфхак для тех, кто скрывается от коллекторов. Правило номер один. Держитесь подальше от дорог. Они обычно патрулируют на машинах и быстрее так вас ловят. Правило номер два. Всегда меняйте свое местоположение. Никогда не стойте на месте. Вы так становитесь открытой мишенью. Фух. Чуть не поймали. Корт нашел. Думал, поем. Блядь, таз полчаса-то, блядь. Зубы себе чуть не сломал. Кто-то сок оставил. Холодненький еще. Нет, это мой сок вообще-то. В смысле, нет? Я тут магазин отходил, оставил. Я тут телефон оставил. Так, ребята, правило номер три. Всегда держите себя в хорошей физической форме. И не бойтесь вступать с ними в контакт. В общем, ребята, опа, звонят, коллекторы звонят. В общем, с ними надо разговаривать жестко и уверенно, ребята. Да, алло. Я нет, попроще разговариваю, брат. Братан, не матерись, пожалуйста. Нет, ну за 24 часа как тебе найду деньги, брат? Да, 48 часов без проблем. Да, все хорошо. Все, рахмет, братан. До свидания. Фуф. А, отстали? Они отстали. Мир, ребята, наступил мир. Мир – это когда все довольны. И коллекторы, и я молодец. Мир на 48 часов, конечно. Зато домой можно пойти. Так, ребята, я дома. Все отлично. Все будет теперь с чистого листа. И теперь я напишу план. Так, первый план у нас – погасить займ. Погасить займ. Второй план – это у нас взять займ у других, чтобы погасить первый. Теперь ужин чемпиона. Ужин чемпиона. Что такое? Смотрите. Записку мне оставили, блядь.